Романтика в духе джентльменов удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Число несовершеннолетних жителей края, приступивших закон, переваливает за 6500. Проблему роста детской преступности представители пермских силовых структур обсудили за круглым столом. За первое полугодие 2015 года количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 11%, а число участников на 18%. Здесь есть комплекс проблем, вследствие которых вот у нас сегодня такая динамика наблюдается. Ведь сегодня и по России рост подростковой преступности. Связано это и с тем, что некоторые родители сегодня не имеют работы, то есть где-то имеют временные заработки, официально не трудоустроены. То есть дети сегодня много соблазнов, мы видим и средства массовой информации, и интернет делает свое дело. Подросткам много чего хочется, да, иметь в этой жизни, причем не, возможности заработать, так скажем, не всегда есть. В рамках круглого стола представителями различных силовых ведомств принято решение об активизации взаимодействия по работе в данном направлении. Практику таких собраний планируется продолжить. Предшествовать им будет анализ преступности и результатов проведения профилактической работы с каждым ребенком по каждому району.